Годовщину снятия блокады в Сосновой Поляне несколько лет подряд отмечают лыжным пробегом. Старт и финиш были в парке Новознаменка у памятника защитникам города на Неве. В лыжном пробеге участвовали курсанты университета МВД и Института внутренних войск, школьники и другие жители Красносельского района. Всего около 40 человек. Старшие бежали километра два, а школьники, старшего возраста, бежали где-то около полутора километров. Организаторы добавляют, что эта дистанция, хоть и символическая, но должна запомниться участникам надолго. Особенно если учесть, насколько ожесточенные бои за Ленинград проходили на территории парка Новознаменка. 3, 2, 1! В каждой возрастной категории за первые три места давали грамоты и дипломы, отдельно юношам и девушкам. А еще все участники, помимо впечатлений, получили на память шарфы.